Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я вам хочу показать свою новую старенькую машинку. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем привет, привет, привет. Давно не было свежих видео со мной. Пару дней назад купил машинку Cherry Indies. Это китаец. 12 года. По ПТС один хозяин. Но сейчас уже два, потому что я ее купил. Машинка в шикарном состоянии. Просто в шикарном состоянии. Просто жемчуг. Один владелец. Девушка. Ездила девушка очень мало. И это видно по машине, в принципе. Тут никаких экспертиз делать не надо. Потому что, ну, просто реально видно. Девушка ездила только летом. Ну, осенью, весной чуть-чуть. Зимой она не ездила вообще. Купил машинку в Твери. Этот город находится в Подмосковье. Ехать на скоростной электричке где-то 2,5 часа. Забыл сказать, что у машинки пробег всего лишь 32 тысячи. Вы представляете? Это вообще, это ни о чем. Машинка как новая. Просто вот как новая машинка. В общем, я машинкой очень доволен. Просто очень доволен. Ну, мне очень нравится. Она такая вообще... Интересно. Итак, друзья, сейчас я вам покажу салон, покажу машинку снаружи и покажу еще вам овечьи шкуры. Это чехлы, обычные чехлы, которые одеваются на сиденье. Я купил одну пару, то есть водительское кресло и пассажирское кресло, а на заднем не было шкур. Вернее, было, но они были искусственные, и мне не понравились по качеству. Они какие-то ужасные. Вот. Сейчас попробую одеть эти чехлы и вам показать. Вот, друзья, вот такая вот машинка у меня. Серого цвета. Небольшая. Очень такая интересненькая. Немножко грязненькая, но ничего. Погода потому что ужасная. Сейчас вам так быстренько покажу. Вот такая вот милашка она. Итак, друзья, вот я вам показываю салон. Он такой светлого цвета. Красивый. Высокий потолок. Эти вот шкуры, овечьи, чехлы. Посмотрите, как красиво. Белые такие. Так, тут значит настройки воздуховода. Режимы вот раз, два, три, четыре. Потом, значит, кондиционер. Это вот где красная полоска, это печка. А здесь вот, если вы так повернете стрелочку с этой стороны, где синенько, это кондиционер. Здесь магнитола. Здесь вот дополнительные функции. Это подогрев сиденья водительского и пассажирского сиденья. Это вот там. Вот тут вот бардачок. Тут вот висит кролик, брелок. Вот, значит, электрическое поднятие стекол на всех дверях, регулировка зеркал тоже электрическая. Так, что еще вам показать, даже не знаю. В общем, такой вот салон. Заднее сиденье. Там вот багажник. Не знаю, как показывать. Сижу вот на заднем сиденье, показываю, что могу и как могу. Вот посмотрите, как смотрится шкура, натуральная шкура на пассажирском сиденье. Посмотрите, какая она красивая. Так.
все падает, все падает. Видите? Какая беленькая, классненькая вообще. Давно мечтал о такой шкуре. Просто супер. Вообще. Нить. Вот и вот так вот, товарищи.